Подмосковье атаковали ядовитые змеи. Только в Клинском районе госпитализированы 6 человек. Причем гадюки нападают уже прямо в поселках, у домов и на приусадебных участках. Как выжить после такой встречи, выяснил Роман Паршинцев. С тех пор, как Нину Евгеньевну на своем огороде укусила гадюка, она стала внимательнее смотреть под ноги. Ядовитые твари здесь повсюду. Они жалили ее маму, брата. От укуса месяц назад погибла коза. Змеи расползлись по всему поселку Ямуга Клинского района. Наибольший гадюшник у тех, кто живет ближе к реке. Начала открывать калитку и это самое почувствовала, что укусил, ну, как комар или как какая-то муха. Как не сильно было, шипение никакого, броска. Ничего, ни броска, ничего. Вот, потом думаю, кто ж меня хотел отогнать. И увидела, что она вот здесь вот отползает. Женщина сильно испугалась. Ей сразу стало плохо. Тошнота, жар, нога сильно распухла. Хорошо, что внук был дома. Он быстро отвез ее в больницу. Там Нине Евгеньевне вкололи сыворотку. Женщина провела в реанимации 2 недели. Мы идем практически змеиной тропой, которая ведет прямо к реке. Именно здесь, как говорят местные жители, чаще всего можно встретить выползающих погреться на солнышко гадюк. Но для того, чтобы не стать еще одними укушенными, мы надели вот такие высокие резиновые сапоги. Славу деревни Гадюкино это место приобрело еще 3 года назад, во время аномально жаркого лета. В последние годы ядовитых змей в округе стали видеть гораздо чаще, после того, как начали вырубать ближайший лес и осушать болото, говорят местные жители. Найти гадюку у водоема нам не удалось, зато мы едва не наступили на змею у самого дома. Будешь искать ее сейчас? Ну, бесполезно, она какую-нибудь нору свою залезла и все, или под камни. В Клинскую больницу каждый год привозят пострадавших от укусов змей. Этим летом уже 6. У врачей в холодильнике всегда наготове противоядие. Лошадиная сыворотка, ну вот, которая содержит антитела. И вот эта вот сыворотка при введении человека, укушенному змеей, у человека в крови уже поступают готовые антитела. То есть ему не надо своему организму человека вырабатывать вот эти антитела. А эти антитела, они нейтрализуют яд. Отличить гадюку от ужа для неспециалиста сложно, но можно. Характерный признак – клиновидная голова, отсутствие на ней оранжевых пятен, как у ужа, и зигзагообразные полосы вдоль тела. Но главное – хвост. Хвостик. Обратите внимание, коротенький. Просто у самца, самец гадюки, он более прогонистый, хвост у него длиннее, поэтому он там больше похож на ужа. Но в целом вот голова, она будет с таким характерным переходом от шеи. Ярко, более ярко выражена, да? Да. Но, как выяснилось, гадюк и по осени не считают. Сегодня в Подмосковье практически не осталось тех, кто профессионально занимается змееловством, говорят герпетологи. После распада Союза в стране перестали заготавливать яд в промышленных масштабах. По сути, за популяцией змей никто не следит. Роман Паршинцев, Михаил Хрустов, Сергей Попов и Игорь Сильвестрович. Москва, 24.